Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Ликс. И сегодня, ребята, мы играем на проекте Ares Mayan. А что тут, как все? И, ребята, я играю на лучшем проекте гриферском. И IP будет в описании, ребята, как всегда. И сегодня мы играем на этом лучшем проекте. Ну что ж, погнали к видеоразвитию. И, ребята, для начала пишем такую команду под названием TeedStart, ребяточки. И нажимаю Enter. И потом... Но, ребята, он не пишется TeedStart. На самом деле, тут по-другому. Мы пишем такую команду под названием Teed. И у нас открывается такое окошечко. Нажимаем сюда, а потом уже вот сюда. И сейчас, ребята, я по щелчку пальцу одену броню и тетнусь на РТП. Банг, ребята, я в броне. Пишем РТП. Ребята, прописываем вот такую команду и нажимаем Enter. И ба-банг. Я тэпаюсь на какую-то зону. И что это за зона, непонятно. А тут есть РГ? Но тут нельзя добыть вот это. Но, ребята, по правилам такое трогать нельзя. Поэтому представим, что это чистое выживание. Тем более здесь стоит регион. Возможно, мы зарейдим эту участок. Итак, давайте пройдемтесь вот здесь и поищем что-то. Итак, ребята, тогда на просторах этих мест... Мы сейчас поищем, что здесь где есть. Давайте-ка посмотрим. Так, ну нигде никого пока не видно на горизонте. А, возможно, кто-то здесь. Опачки, какой-то игрок копает землю. Что он интересно делает? Так, ребята, давайте-ка быстренько подбежим. И начинаем его дубасить. Вот так, вот так, вот так. Видимо, профессиональный игрок. Лопатой пытается нас убить. Так, ну его надо убить. Убить его надо убить. Так, 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 так. Застраивается. Ребята, ничего. Сейчас мы с него, наверное, ценный лут получим. Вот так. 360. И... Опа! Нет, ты меня кристаллом не взорвешь. Не взорвешь ты меня кристаллом. Так, это какой-то Арис. Я Ариса убил. Ребята, я убил Ариса. Так. Теперь я не знаю, мне надо как-то выбраться отсюда. А этот обсидиан, я думаю, сломать. Так, ребята, думаю, обсидиан ломать не надо. Лучше пропишу команду спавн. Нажимаем Enter. Ура, я на спавне. Теперь, ребята, я продам вот эти ресы. Так, ребята, я телепортнулся на Ахе, на варп Ахе. И теперь я попытаюсь продать незритовые подножки за... 50к. Итак, пишем такую команду. Ребята, пишем такую команду и Enter. Та-данг! Я выставил на аукцион. Так, ребята, пишем вот эту команду. Ах, sell. И пишем 40 000. И пишем 49 000. И нажимаем вот это. Enter. Итак, ребята, пишем вот теперь в чат такую фразу. Кто продаст донат за 90к? А потом нажимаем на Enter. Ребята, вот этот донатер тот самый, оказывается, согласился мне купить донат. Точнее, продать донат за 94к. Так, ребят, пишем вот эту команду. Мы успешно передали 94к. Ну-ка, и что, он нас обманет или нет? Интересно. Опа, ребята, этот игрок нас не обманул и выдал нам донат Гидра. Это очень хорошо. Ну, ребята, я каким-то обстрелянным вышел. Но зато я вам показал, как можно достигнуть доната Гидра именно самым легким способом. Это является самым легким, но редким способом. Редко можно таких найти, конечно. Таких добряков, которых ты сначала убиваешь, но они соглашаются продать тебе донат. Ну, а, ребята, теперь попрощаемся. Ну и всем пока, дорогие друзья. Мы... Вот так и увидели. Такое мини-развитие на Ares Mayan, ребята. И я, конечно, как всегда, весь обстреленный. Но ничего, до новых встреч.
пока! Данный ролик на ArisMind был сделан тестовым видео о том, как можно развиться. Все участники были актерами.